Какого жанра? Минимум две враждующие стороны. Строительство базы, наличие некоего ресурса, обеспечивающего регулярное пополнение бюджета, постепенное появление новых боевых единиц, немного экономики, нехитрые тактические приемы, типа один отвлекает, другой с тыла добивает, и вид на все происходящее как бы сверху под небольшим углом. Свое новшество в жанр привнес Warcraft фирмы Blizzard Entertainment. Это была возможность выбирать сразу несколько юнитов. Развела же это направление еще одна игра все той же фирмы Westwood Studios под названием Command & Conquer. В России ее тут же окрестили Duna 3. Эта игра закрепила за Westwood звание классика жанра. Успех Command & Conquer, естественно, повлек за собой всевозможные продолжения, также получившие свою порцию геймерского почитания. Но это был все тот же Command & Conquer, только как бы другого цвета. Затем была откровенная неудачная попытка вдарить по классике, которая выражалась в создании игры Duna 2000. К старой доброй второй Дюне авторы добавили два новых юнита, а также движок от все того же Command & Conquer. Большого энтузиазма игра не вызвала, сильно ее никто не ругал, но играть охотников слишком много тоже не нашлось. Все просто ждали. И не напрасно. Год 1999, и мы представляем вашему вниманию Command & Conquer 2 Tiberium Sun. Сюжет сиквела разворачивается спустя 20 лет после событий, имевших место в первой части игры. Неведомая, но очень ценная ископаемая под названием Tiberium фактически захватила большую поверхность Земли. Люди, как всегда, невнимательно отнеслись к этому факту и не придавали никакого значения предостережениям ученых. Как оказалось впоследствии, длительные контакты людей с этим элементом приводят к необратимым изменениям генетики человека. В переводе с научного языка на человеческий, Tiberium становится причиной всевозможных мутаций. Большинство населения в срочном порядке эвакуируются на специальные базы в Арктике. Террористическая организация, именующая себя «Братство Нод», распалась на несколько мелких группировок и укрылась от Тибериума в подземных пещерах. Задачей глобальной защитной инициативы стало не допустить разгула преступности на оставшейся территории Земли. Правда, если вы займете позицию «Братства Нод», то, естественно, вам придется предпринять все усилия для наибольшего разгула этой самой преступности. Итак, добро пожаловать в Command & Conquer 20 лет спустя. Мы уже говорили, что фирма Westwood Studios гордо несет звание классика жанра стратегии в реальном времени. Также смело можно сказать, что умельцы из вышеупомянутой фирмы – настоящие мастера заставки. Все миссии начинаются и завершаются видеороликами, которые помогают вам глубже проникнуть в сюжет. Сразу видно, что фирма Westwood решила подойти к своему новому детищу с размахом. В одной из главных ролей снялся сам Джеймс Эрл Джонс, так называемый голливудский вечный генерал. Вот он на ваших экранах. Вы могли видеть этого актера в таких фильмах, как «Путешествие в Америку» с Эдди Мерфи, «Прямая и явная угроза» с Харрисоном Фордом. Также Джеймс Эрл Джонс озвучивал короля Муфасу в мультфильме «Король лев». Но вернемся к игре. По сюжету игры, вы есть не некое безымянное создание, которое все именуют командир, а совершенно конкретный персонаж. Поначалу вас даже будут показывать в видеороликах. Сразу же после начала первой миссии вглядываемся в графику. Вместо привычного вида сверху, который использовался в первой части, нашему вниманию предстает изометрическая проекция. Авторы игры не случайно повернули ландшафт под углом к нам. Во-первых, игра серьезно выиграла чисто в эстетическом плане. Кроме того, теперь существует возможность проходить под некоторыми объектами, например, под мостами. Также игрок может запросто изменить некоторые элементы пейзажа. Особым шиком у нас, у белорусских партизан, считается обрушить мост с врагом на голову его же соратникам, в то время, когда они будут проходить под мостом. Изменилась и сама игра. Конечно, в ней сохранилось частичное действие принципа «а ну всей кучей навались». Теперь средств лучного наваливания стало гораздо больше. Три вида вертолетов типа «Орка», ультразвуковой танк, ходячие боевые роботы, способные стрелять через стены базы и укреплений. Существуют совсем экзотические виды вооружения, например, подземный бронетранспортер. Он может зарыться, как крот, в грунт, пропахать известное расстояние под землей, и его не остановят ни стены, ни оборонительные укрепления. Изменился принцип строительства базы. Теперь вы можете достраивать здания, добавляя к ним новые компоненты. Например, существует такой элемент, как башня. На него можно запросто поставить любое оборонительное сооружение, от пулемета до ракетной установки. По прохождении миссии вам сообщают ваши результаты и предлагают выбрать следующую зону высадки. Обратите внимание, внизу карты появляется описание задания. Это еще одно новшество. Теперь от вашего выбора зависит развитие хода сражения. Например, можно сразу рвануть в лоб и в кровопролитной схватке, угробив кучу техники, времени и нервов, ничего не добиться. А можно вначале осторожно уничтожить союзников противника и всевозможные каналы снабжения. В этом случае база основного врага будет ослаблена, и разгромить ее не составит труда.
Умнее стала и сама техника. Если вы помните, то в первом Command & Conquer самым смелым и самым тупым юнитом был Харвестер. Он бесстрашно ползал прямо под носом у врага, собирая тибериум, и непременно нарывался на засаду или патруль. Такое поведение было особенно недопустимо, если принять во внимание стоимость этой единицы. Теперь все по-иному. Те же Харвестеры, собрав все необходимые материалы в безопасной зоне, честно предупреждают вас, что ресурсы закончились, и либо вы, командир, перестанете отсиживаться на базе, а отобьете-таки у врага еще одно поле, либо сидите без денег. Конечно, вы можете послать Харвестера на верную гибель, но тогда вам придется брать лопату с мешком и бегать за тибериумом самому, но лучше придумать что-нибудь поумнее. В общем, нас, дорогие геймеры, похоже, можно поздравить. На свет явилась еще одна качественная игра. Соблюден главный принцип – не менять все подряд, а улучшать то, что есть. Будет ли Tiberian Sun такой же успешный?